уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые дети войны, невельчане и гости нашего города, правление Невельской общероссийской общественной организации «Дети войны» поздравляет вас всех с наступающим новым 2019 годом и Рождеством Христовым. Желаем вам всем счастья, здоровья, благополучия и успеха во всех ваших делах. Пусть всегда будет мир, согласие, душевное тепло между близкими, родными и пожилыми людьми, которые нуждаются в заботе и понимании. Чтобы светлое, радостное настроение новогодних праздников сохранялось в душе как можно дольше. Серебряным снегом леса замело, деревья надели чудесный наряд, а дома сегодня уютно, тепло, сверкают гирлянды и свечи горят. Пускай же с подарками праздник придет, удачей, здоровьем, любовью, добром. Пусть будет хорошим и радостным год, и пусть принесет он удачу во всем. Невельчане, мои любимые земляки, я поздравляю вас с новым 2019 годом и хочу вам пожелать, пусть в году 2019 все задуманное сбыться сможет, поросенок постучится в дверь и под елку денежки положит, пусть с собой удачу принесет, чтобы жизнь была в порядке и чтобы всем нам жилось в радости, богатстве и достатке. Всем здоровья и успеха! Ура! А вот вы верите в Деда Мороза? Ну, наверное, где-то внутри, конечно, да. А детям говорите, чтобы верили? Конечно, да. Сын ждет Деда Мороза, и дочка ждет. Хочу пожелать всем девятиклассникам и десятиклассникам сдать все экзамены и удачно пройти в колледж, университеты или институты. Чтобы Новый год они справили хорошо, чтобы все их нежелания исполнились, и всем хорошего Нового года. Ты веришь в Деда Мороза? Да. А вот что он тебе вообще дарит на Новый год? Ну, в большинстве случаев я пишу ему письма, и он приносит подарки. Которые ты именно хочешь? И желание исполняет. Да. Что ты хочешь пожелать в Новом году жителям Невельска? Чтобы все было хорошо, и все были счастливы. А учителям? А себе? А учителям, да, что хочешь пожелать? Чтобы мы их не раздражали. Ну, чтобы все было у них хорошо, они всегда были хорошими и не кричали на нас. А тебе нравится новая горка? Да. Лучше, чем снежная? Да. Я пришел сюда не просто, я пришел сюда не зря. С Новым годом вас поздравить. Очень хочется, друзья. С Новым годом поздравляем. На нее за стоять радости сбываем.